Сделан еще один шаг к электронному правительству. В областной филармонии состоялся обучающий семинар для администраторов доходов и начислений в бюджеты по введению новой системы о государственных и муниципальных платежах. Благодаря ГИС-ГМП, именно такую аббревиатуру получила система, жители региона освобождаются от обязанности предъявлять квитанции о совершении платежа. В большинстве случаев речь об уплате госпошлины. Требующий информацию орган сможет получить ее самостоятельно из единой системы ГИС-ГМП. В системе будут размещены данные о штрафах, пени и платежах в адрес граждан Российской Федерации. К сентябрю месяцу будет доступен оплата онлайн с регионального портала государственных и муниципальных услуг. То есть достаточно будет зайти на портал, увидеть в личном кабинете все начисления в свой адрес и оплатить их с помощью банковской карты.